Сегодня издательство «Коммерсант» сообщило неприятную новость для автомобилистов. Со следующего года цена на бензин снова возрастет, причем сразу на 2-3 рубля. Якобы правительство по просьбе глав регионов намерено увеличить акцизы на бензин для покрытия дефицита региональных дорожных фондов. Сейчас депутаты намерены внести поправки в законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Он готовится ко второму чтению. Изначально предполагалось, что это приведет к росту цены на бензин не более чем на 1 рубль 80 копеек. Однако после внесения поправок на самом деле цена может вырасти на 3 рубля, сообщают ведомости. А в 2016-17 годах еще почти на 2 рубля. Минфин уже подсчитал, что в результате этого бюджет пополнится дополнительно на 90 миллиардов рублей. Разумеется, все это произойдет за счет потребителей. Сообщается, что эту инициативу поддержали все губернаторы, которые присутствовали на Госсовете при президенте, где обсуждался этот вопрос. Отметим, что губернатора от Оренбургской области Юрия Берга на Госсовете не было. Эту информацию подтвердили в региональном правительстве.